Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы в Фейсбуке по коллекционированию и продажу монет. Представляю вашему вниманию сегодня это 5 монеточек у нас получается Аргентины и нижний рядок, это у нас 7 монет Венесуэлы. Сейчас мы их быстренько рассмотрим с вами. Все эти монетки будут выставлены у меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Заходим, вступаем в группу и покупаем. Достаточно всего лишь поставить плюсик и монетка ваша. Так, первая наша монетка. Это у нас 5 центава 94 года. Вот такая вот монеточка. Вот в неплохом таком вот состоянии. Так, мидный никелевый сплав. Уртребристый. Обиговая монета. А монета с обихода. Вот с таким изображением солнца. Довольно такая симпатичненькая, красивенькая монеточка. Может занять достойное место в вашей коллекции. Переходите по ссылочке и монетка. Ставим блюзик. Монетка ваша. 5 центавов 1992 года. Уже у нас алюминий бронза. Гурт ребристый. Монетка с обихода. Вот тут изображение. Республика Аргентина. Такая вот прекрасная монетка. Может стать вашей, поставивший плюсик в группе. Так, следующая наша монетка. Это у нас 10 центава 1992 года. Гурт у нас ребристый. Такая вот у нас изображение. Республика Аргентина. Вот. Так, алюминий, бронза. Монета с обихода. Следующая наша монетка. Аргентинская, также 10 центава, но 2007 года. Вот. Материал тоже. Уже материал другой. Сталь с латунным покрытием. Вот такая вот монеточка. Гурт гладкий. Вот. Вот такая вот монетка. Республика Аргентина. Так что, кого интересует разновидности, можно будет заказать в группе в Фейсбуке. Так, 50 центава 93 года. Это у нас последняя монетка Аргентины. Гурт ребристый. Изображением у нас, что у нас тут изображено? Сейчас наш фокус Республика Аргентина. Какие-то здания или их там. Материал алюминий бронза. Вот. Такая вот монетка у нас Аргентины. Следующие у нас монетки. Это у нас следующий ряд. Это у нас Венесуэла. 10 сантимов 2007 года. Таль с никелем покрытием. Такая вот материал у нас. Такая вот монетка. 10 сантимов. Гурт ребристый. Вот. 2007 год. Монетка небольшая. Ну, как говорится, может быть достойное место занять в вашей коллекции. Довольно такая симпатичненькая, состояние отличное. Следующая наша монетка. Это у нас 25 сантимов 2009 года. Вот. Также у нас сталь с никелевым покрытием. 2009 год. Гурт гладкий уже. Извиняюсь, гурт гладкий, чтобы не сказал ребристый. Гурт гладкий. Вот Республика Боливар Йоман Венесуэла. Может, читаю неправильно. Прошу меня, говорится, извините, не смеяться. Так, следующая наша монетка. Это у нас 25 сантимов. 2000, также 2007 года. Это, по-моему, тоже 2007, да? А, это 2009, это 2007 года. Тоже вот такая вот прекрасненькая монеточка. Будет выставляться в группе в Фейсбуке. Гурт гладкий. Такое вот изображение второй стороны. Тоже состояние отличненькое. Можно занять место в вашей коллекции. Сталь с никелевым покрытием. Монетки с обихода. Так, 50 сантимов 2012 года. Вот такая вот. В принципе, такая же самая, как и 25 и 10. Гурт у нас уже здесь. Ай, фокус.
получается гурт у нас съесть лотки с ребристыми делянками, такие как на наших 50 копеек. Вот. Что там у нас? Фокус. О, вот. Появился фокус. Вот такая вот у нас гурт. Так. Венесуэла, 2012 год. Такая вот симпатичненькая монеточка. Будет продаваться в группе в Фейсбуке. Также 50 копеек. Ой, 50 сантимов 2007 года. В принципе, то же самое. Также самый гурт у нас. Лотки из ребристы с гладкими делянками. Так, вернее. Так. Сталь с никовым покрытием. Такая монетка, но уже более таком хужем состоянии. Ну, может быть, почищена и пополнить вашу коллекцию. Итак, предпоследние наши две монетки с Венесуэлы. Это 50 сантимов 1965 года. Монетка уже довольно такая старенькая. Вот по годам. Так, никель. Терял у нас никель. Гурт. Гурт ребристый. Вот. Беговая монетка. Так, что она там? Такая-то монетка симпатичненькая, красивенькая. Будет выставлена в группе. Можно будет заказать тебе в коллекцию. И последняя на сегодня у нас монетка. Это один боливар 1989 года. Такая вот красивая, симпатичная монетка. Материал сталь с никовым покрытием. Вот, гурт ребристый. Вон. Таким вот изображением у нас боливар. Вот такая вот у нас сегодня подборка монет. Будет выставляться в группе. Ссылочка, как всегда, в описании. Заходим в группу в Фейсбуке. Ставим плюсик и монетка ваша. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забываем подписаться, поставить лайки.